Сотрудники военкомата и полиции провели в Каспийске мобилизационные мероприятия. Автовладельцев, которые зарегистрированы в нашем городе, проверяли на годность к частичной мобилизации. Повестки в военкомат вручались только лицам до 43 лет, которые отслужили в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Рейдовые мероприятия носили исключительно уведомительный характер. Никто из остановленных граждан не был доставлен в военный комиссариат.